Прикинь, еще чуть-чуть, и он бы меня закрыл. А так, смотри. И жизнь тебе начили, чел. Не смотрит по сторонам, можно даже лечь. И вот так. 3, 2, 1. Паника, 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 паника. Романтик. Романтичек. А выбежал бы я сейчас первым. Я же говорю, ребят, очень важно знать. Да ладно! Золото притягивает золото. Добрый день, everybody. Сегодня у нас ваша любимая рубрика «Умер, открыл золотое оружие». Моя же она нелюбимая, потому что часто сливаюсь и сливаю то самое золотое оружие. В начале ролика попрошу вас прожать лайки и подписаться на канал, если по какой-то причине еще не подписаны. И также, если хотите увидеть мои стримы, залетайте на Twitch канал, ссылочка на который будет в описании. И вот сейчас на экране вы видите мой Twitch, потому что YouTube немножко шалит в последнее время. Не будем тянуть волка за хвост, как говорится, заходим на черный рынок и сразу же открываем лотерейный наборчик и надеемся на то, что нам упадет что-то хотя бы автоматическое. Поехали. Попытка номер один. О, пулемет золотой. Я бы хотел поиграть с пулеметом золотым. Понял. Ни хера себе. Можно золото уже? Спасибо. Блин, бафы тут я чувствую. Точно не изысканная пуля. О, изысканная пуля. Изысканная пуля увеличивает базовый урон на 10 единиц и умный прицел. Слушай, Фамас Кобра, имбулька. Ой-ой-ой-ой. Павчик топ, а только я не взял граник. Я так и знал, что что-то провтыкаю. М-ку взял, граник не поставил на нее. Ну, ничего страшного. Павн топовый для того, чтобы закрыть быстренько рептилоида и подождать типов, которые на него будут бежать. Так, а ну, Фамас, на изысканную пулю. Покажи свою силушку. Ребят, я нашел сайт с самыми низкими ценами на UC. Заходим на сайт через ссылочку в описании. Об этом сайте мало кто знает, потому что его создали совсем недавно. Поэтому тут самые низкие цены на UC-шки. Выбираем наш PUBG Mobile и видим то, что цены на UC-шки здесь самые низкие на рынке. Скажу вам откровенно, я уже пробовал покупать UC-шки на данном сайте, и я был удивлен, насколько быстро UC-шки приходят на аккаунт. А главное, что здесь все безопасно, потому что пополняешь ты только используя ID-шку. Давайте я сейчас быстренько наглядно все покажу. Я покупаю 1800 UC, ко мне в личный кабинет приходит код, я вставляю данный код на Midasbuy, и UC-шки уже молниеносно на моем аккаунте. Ссылочка на сайт будет в закрепленном комменте. А я думал, как-то оно будет пободрее. Ого. Вообще не так, как я представлял себе. Медоед. Кобра. Нихера себе. С этого босса вот впервые мне что-то топовое упало. Ну, М-ку заберем на всякий случай. Соло она нужна очень и очень сильно. Может, граник найдем сейчас в оружейках. Так, ну пускай они там лутаются, пока подходят. Быстренько поищем граник. Я думаю, что мы найдем его. Понял. А здесь? А ну, а ну, а ну. Думаю. Что за оружейка? О, бежит, бежит тип уже. А я смогу его так? Если я босса не смог. Еще есть точки. Я думал взять 6х, но я понимал, что я не смогу играть с Фамасом и 6х с прицелом. Я прекрасно это понимал. Он же не попадет по мне, по идее. Бежит, бежит, бежит. Понял, что по урону вообще я не наношу никакого урона. Булшит! Испугал меня, испугал. Сюда. Попробуем в клоус пойти, как оно. Так там чел даже не фул 6. Но он убегает почему-то. Ага, вижу. Блин, граник провтыкать. Ёлы-палы.
Где он прыгает? Вверху? Это в спине? А, он вот тут, да, походу? Ой-ой-ой, это было красиво. Резкий. Но какой-то ты не очень... А, это спереди валят. Блин, а у меня... все, я понял, почему звук казалось, что сзади. Забейте. Ну, такое себе, пацаны, честно скажу. Максимально не уверен, что эта пушечка поможет мне затащить. Максимально. Ну, хотя бы один килл сделал, не слился первым, и то хорошо. Как это бывает обычно в данной рубрике. Может, у него есть? На скалах хоть никого там не будет? Может, у него граничек? Вот это смоук! Эх, какой тут граник? О, вот эта пушечка, конечно, поинтересней. Но мы так не будем ею баловаться, будем играть тем, что выпало, золотым. Ракетница имеется у нас? Нет, не имеется, можно быстренько приобрести. Ох, как это не быстренько все делается. Я просто без опыта, я не часто покупаю на магазе что-то. Кто-то уже пытался пройти через главку, я понял. Походу, ну как мне кажется, безуспешно. Так, у нас на боссе еще могут быть типы, но через главку бежать это самоубийство сейчас, на данный момент. А у нас босс жив, ребятки. Давай. Давай, откисай. Блин. Что ж ты будешь делать? Да ладно, Джишка, стальной фронт. Мне бы так хотя бы раз в штурме, слушай. Две пушки уже, стальной фронт и кобру нашли. Ошалеть. Капец просто. Я не знаю, что здесь происходило, но происходило, по-моему, мясо. Он закрыл типа, я закрыл его, он пытался закрыть псину. Ой-ой-ой, да ну что ж ты будешь делать? Хотя оружки мне нафиг не надо. В принципе, шлемак шестой, а тут... Ё-моё, пацаны. Имба. Походу, это та каточка, где я... Не солью золотую пушку, по идее. Капец. Надо острить лыжи на выход. Не, ну если, конечно, сейчас меня не прикроют в тот момент, когда я буду лутаться. Так. И заметьте, всех закрывал Фамоса. Так. Это. Это? Фиолку тоже можно скидывать. Она мне нафиг не нужна. Там просто по луту полный порядок. Маков нет. Вот эта фигня. Может где-то одинокий штурмич сидеть сейчас. А здесь есть мок. На коллиматоре. Обвесы надо поскидывать с броников. Да ну нафиг! Ага, тут пластины практически. Подсумок. Замечательно. Сюда. Сюда. Вот так. И вот так. Супер. А, шлемак у нас еще есть. Блин. Тогда пока отойдем. Ёлы-палы, вот это оно, вот это закрыл типчика. Не хочется пластину скидывать, патроны скинем. Аптеки.
Сколько места у нас осталось? А, у нас хватает на шлемак. По-моему. А ну. Да. Супер. Добьемся батареями. А ну. Батареюшки. Где я их скинул? Тут же скидывал, только что, алло. А, я их не скинул, все, понял. Тогда заберем розовое там. Капец, я подумал, что я скинул батареи. Я хотел их скинуть, но я не скинул. Так, детектор, планшет и за 25к. Уже можно и так добиться, все. Найс. А, так тут еще не залутано. Ё-моё. Ну, я не хотел бы лутаться максимально. Максимально не хотел бы лутаться, потому что... Ну, что мне еще надо? Радка фиолку сыпет. Давайте тогда чекнем оружейки у босса. Если там есть письмо, я открою черную дверь. Если не, то смысл мне? Ну, нет смысла вообще лутаться. Я не вижу. Ага, тут уже чекнуто все. Это пес? Пес. Вот это топи стопов удачи в топе каточка. Вот это мне нравится. Такая катка должна быть последней, а не первой. Ты шо, сколько контента в одной каточке. А выход у нас где? А выход у нас через босса как раз таки. Босс крякнут? Да. Такс. Обменник. Еще одна писемка. Военной платы у меня, к сожалению, нет. Залутано. Все, ребятки, я бегу на выход. Так, итого у нас получилось чистыми сколько? 2 ляма. Ребятки, стальной фронт на себя я не накидывал. Я знаю, что он тяжелее, потому что он был прокоцан так знатно. Поэтому я остался в обычном бронике. Хоть я и не слил катку, друзья, но давайте все-таки зайдем на черный рынок и откроем другое оружие. Я хочу поиграть уже с другим золотым оружием. Да, и для вас так повеселее будет, чем с одним и тем же идти второй раз в каточку. О, вот это будет повеселей. Если бы только на изыск. Облегченный магазин увеличивает скорость перезарядки на 10%. Если СЛР-кой я хотя бы одного типа закрою, это будет, ну, для меня мега победа. Вот там у нас тип. И также там 2 типа. Ну, я думаю, вы шарите. Ай-яй-яй, быстрее. Тапалку я, естественно, не брал, потому что лучше самому тапать. О! Глушак вместо компенса, потому что мне звук такой больше нравится. Так. Пацаны, сорян, вообще я не вижу там никого. Я это слышу и на карте вижу, но так... Визуально не. На горе, походу. А вон, вижу типа. Да ты шо, Галечка. Не, ну звук приятный. Очень приятный. А чё он голый бежал? Да, с горы... Ну, чел, кряк, не захейтят. Ты чё гонишь? Ого, я думал, там сейчас с одной пульки тоже ног на его. О, спасибо. Услышал меня. Спасибо за постанову. У нас, по идее, еще в спине вот тут должен быть... Но есть или нет, мне пофиг, потому что сделали 2 килла. Хотя я не понимаю, почему челики бежали голыми. Максимально не понимаю. Но звук приятный. Так. А! Погоди, таланты, я не прокачал. Это пищу сильнее навалило, ё-моё. Я не прокачал таланты. Это GG. Блин, может сейчас она не слетит, и я прокачаю таланты.
А, умер, открыл. Ну да, что я такое говорю? Что я такое говорю? Блин, СЛР-ка. Хотел бы я с тобой поиграть еще, но правила есть правила. Блин. Хотя я с первой пушкой должен был идти во вторую каточку. Может еще в одну пойти с СЛР-кой, а, ребят? Можно? Пожалуйста, очень хочу. Я не пошел с той пушкой два раза. Можно с этой скажу? Хоть это и тапалка, но хочу ее проверить. Ой-ой-ой, спавнчик под босса. Вот бы сейчас тип заспавнился там внутри, около босса, и забирал его с этого. Ты понял? Козырька. А в этот раз... Блин, 6х не взял в этот раз. Ёптель-моптель. И тип как раз... Как он туда поднялся так быстро? Нихера себе, сколько пришлось заливать. Ого. Красный 100%. А может быть и золотой. На льду. Теперь надо искать 6х. Звук, имба. Ща-ща. Вот был бы 6х. А так 0 попаданий, просто 0. Хорошо, тогда мы сделаем вот таким вот образом. Икс. И подождем его тут. Не будем стакать босса. Сину надо вольнуть. Блин, как же в такие моменты не провтыкивать все закупать? Я не знаю. Таланты менять. Вали уже отсюда. Может, заберем его по-быстрому? Мне послышалось, что тип уже на подходе. Давай, давай, отойди в сторону чуть-чуть. Отползи, потому что сейчас там тоже может кто-то сидеть. Отползай, ближе, ближе. Да ну ты прикалываешься. Капец, специально или что? Не хочу просто тратить один смог. Ладно. Я же не думаю, что он золотым упадет. О, кто-то бустается, слышал? Ну, нажмись. Фига. Давай закинем. Обустался тип, по которому я стрелял и не попал. О. И это по нему сейчас, походу, зажимают. Ого, ж на горе. Это Unreal, надо ближе подпускать. Да давай, паркурся. А, он заспавнился там, просто пошел сразу на палатки. Ну, кстати, идея топ. Китайчики знают, как им перейти. В этом они толк знают. Уху, разрывов. Вроде никого. А дверь... Ой, Дарямбыч. Дверь у нас... Эй! Супер! Быстренько. Ванго. Ванго-то. Манго-то Ютуб. Да блин. Я хотел подождать, пока кто-то черную дверь откроет. Ванготыч, что творишь? Погнали, поищем сами черное письмо. А то что-то никто не раздупляется. Хотя, возможно, сейчас, после того, как мы забежим в ратку, все начнут раздупляться. А, скинула. Так, тут не лутано. Лут нам не нужен. Это видео не об этом. Слушай, а прикинь, сейчас черное письмо как раз-таки. О, киллбоксич. Около двери, эй, если у нас черное письмо.
Ё-моё! Ничего себе! А ну! И шо был бы контент? Дай черное письмо. Я понял. Хотя и так, он такой хороший киллбоксич. Почему не залутали его? В штурме бы такой найти. О, еще один. Ёлка, молики. Еще, это пес, да? Да. А это? Это уже кобрачка, ботик. Не пес. Чел. Здесь залутано. Еще молик. Блин, моликов... Такой ситуации много не бывает, но, естественно, придется сейчас все скидывать. Так, вот эту писемку чекаем. Понял. Тогда бежим на улицу, чекаем другую. Кейсы я лутать не буду. Залутаем двери, да и все. Если найдем письмо. Я думаю, что найдем. А ну! Игрулечка! Ай! Слушай, и так фартануло. Две писемки нашли. Так, тут тоже не лутано. А где штурм? Третья писемка. Ну, я не верю, что такого просто не может быть, что не будет письма. Ну. Я был уверен. Давай оружейку чекнем еще. На всякий случай. Понял. Ага, тут залутано. Все, я бегу чисто на дверь. Откроем ее. Посидим в сторонке. Потому что, я думаю, те, кто был вчера на стриме, видели, когда мы фулпаком улетали. Сратки, штурмовичок, хаешечку подогрел. Один оставался. В этом кейсе, походу, будет что-то очень хорошее. А ну. Ну, чекайте просто, ты шо, этот кейс действительно меня никогда не подводил, я из-за этого его только и хотел открыть. Топовый кейсич, и он всегда закрыт почему-то, его не открывают. Так, хлопцы, девчата, черная дверушка. Естественно, сразу туда мы заходить не будем. А, плохо, что смоков нет. Подождем пару сек, потому что сейчас может какой-то индеец моликом прибежать. Да не слышно шагов. Пойдет. Так, тогда молики и хаешки мы свои здесь оставим. Вот так можно. Топчик. Ты шо контент? Вот это каточка. А хотя и позапрошлая хорошая была. Имба. Ну, так себе. Оцените в комментах от 1 до 10, пацаны. Насколько черная дверь. Тогда мы можем забрать разрывы. Остальное все оставить здесь, потому что у нас же там еще челика нужно подлутать. Бегу. О, ну и как раз я, по идее, в этой каточке не сольюсь. И справедливо, что второй раз пошел с этой пушечкой. Я ее сейчас закину в инвентарь, а новую откроем. Так, тут у нас шлемак и рюкзак. И что, розовое заберем? И фиолка нам лезет. Ёптель-моптель. Тогда вот так. И вот так. Что, вся лезет? Еще и разрывами добились. Так, бегу на выход. А выход у нас, ребятки, секундочку, через босса. Тогда погнали через босса. Если босс будет жив, я вставлю этот момент. Если будет крякнут, не буду уже вставлять. Ребят, босс был крякнут, поэтому я открыл еще пару кейсов около босса. И мне выпало так нормально слитков. По-моему, 2 слитка я еще вынес. Помимо того, что нашел груду. И мы открыли черную дверь. Так что
и булечка, каточка, погнали. Все равно сейчас продаем СЛР-ку и покупаем какое-то другое оружие. Надеюсь, МКшечка золотая на изысканную пулю. Черный рынок. Вернее, не продаем СЛР-ку, а СЛР-ку в инвентарь закидываем. Так. Да вы прикалываетесь. Изысканная пуля, базовый урон на 10 единиц. Да, ну я и так уже отыграл с СЛР-кой, считай, две катки. Но это имбовая СЛР-ка. Погнали, сегодня у нас прям видос с СЛР-ками будет. Ого! Это как в штурме. Блин, а я еще завтыкал... Мне пришлось переподключаться к матчу из-за того, что я завтыкал войти. Свернул игру, понял, багал. Зашел в ТикТок. Пока побыл в ТикТоке, уже все, а-ля улю игра. Понял. Блин, настроить бы еще прицел, конечно. Понял, под СЛР-ку. А то 100% он у меня не настроен. Вижу, вижу, вижу. Они что, затимились? Нихера себе. Или просто запустились вдвоем в катку одновременно. Слушай, там типа. Этот уходит, да? Не, его вальнул. Бежит лутать. Куда пропал? Ёптель-моптель. Тупо исчез. Больно, 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 чел. Сейчас меня с босса тип заберет. Ой, голова. И фаталити. Да ну ладно! Оу, ну это было мега больно. Я уверен, что сейчас меня с босса тип заберет. Позиция фигня. Да ну ты издеваешься, ну как он живет? Я таких граников идеальных еще никогда в своей жизни не давал. Я не знаю, как он выжил. Но действительно, я таких граников реально ни на стримах никогда не давал. Не просто в каточках. Челу вообще пофиг было. Просто мега удача, что я до сих пор живу. И опять-таки с СЛРочки смог закрыть пару типов. Красненький. Найс. Воу! Зачем ему пятый броник, я не понимаю. Жадный типа. Оу, текстуры, текстуры, текстуры! Бетончик. Молики. Так, и вот так. От босса тип уже вышел, походу. У меня просто очень сильно гироскоп вот вводит прицел. 6х нереально. У меня на снайперках обычно я целюсь пальцем, а довожу только гироскопом. А здесь получается, что я целюсь гироскопом и не довожу пальцем, а тоже целюсь пальцем, потому что чувствительность и там имба. Бежит, 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 бежит. Сейчас будет думать, что мы крысили его всю катку. Или он на гору полезет. Не-не-не, вон. Заберу, не заберу. Да ладно. Не забрал.
Забрал. Такс. Наримасич, наримас. Шлемак есть, рюкзачок есть. Патрончиков налутали. Я думаю, что, пацаны, тут выход прям рядышком. Можно забрать с него лут, если что-то более-менее нормальное. Выйти и как раз вас не будет бесить то, что я сколько каток подряд катаюсь с СЛРочкой. С этой я тоже уже поиграл, не вальнули. Сейчас выйдем, откроем новое оружие и побежим дальше. МКшка хотя бы. Блин, МКшка улучшенная. А, сайга вышечка, пойдет. Слушай, не хочу просто на граник менять. Я лучше скину вот так. Возьму в рюкзак ее. Что ж ты будешь делать? Так. Сайга в руки. И теперь патроны назад заберем. Все, потому что мне потом впадло покупать. М-ку, граник, все по отдельности, я забываю. Ну, слушай, неплохая катка. Очень быстрая, динамичная. Если пошел в ратку, естественно, там бы кабинку мне снесли, я думаю. А так. Валим. Черный рыночек. Лотерейный набор. Набор премиум оружия. Поехали. Даем кашечку. Вот, чтоб так поиграть нормально. Либо же калаш. О, тоже пойдет. Пулемет золотой. Но сейчас же даст такую шляпу. Ого. А можно уже золото? Капец. Ну хоть одно. Я понял, у меня уже места в инвентаре нет. Продадим. Открываем. Кто бы сомневался? Так, мешочки. На базу. Черный рыночек. Давай. Пуля с полым наконечником. О, это неплохой. И прочный материал. Ну, пуля с полым наконечником топ. Если вот эта М416 не слетит с меня, ребятки, то в следующих видосах, когда я буду идти фул золото в каточку, она у меня будет золотым граником. О, вот это спавнчик. Я ж шестерку покупал. Да ну нахер. Ёптель-моптель. Я подумал, что на гранике стоит шестерка, а там стоит коллиматор. Капец. Слушай, ну, когда с пятерками играешь, то уверенности нет. Ну, на пятерках оружие. Когда на семерках, чувствуешь мощь. Когда оружие на пятерочках, то такой мощи не чувствуется. Сейчас тут должен чел бежать. Либо же здесь. Ладно, никого. А, не, бежит, 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 бежит. Вот это чуть не лоханулся. О-о-о, прикинь, еще чуть-чуть, и он бы меня закрыл. А так, смотри. Бежи себе на чили, чел. Не смотрит по сторонам, можно даже лечь. И вот так. 3, 2, 1. Паника, 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 паника. Романтик. Романтичек. А выбежал бы я сейчас первым. Я же говорю, ребят, очень важно знать. Да ладно! Золото притягивает золото. Очень важно знать места спавнов. Очень важно знать места спавнов. Романтик, рюкзак, сюда. Золотой рюкзачочек, рюкзачок. Ты шо, романтик. От души. Так, это у нас уже на входе файт. Был бы прицел еще. Вон вижу на камне, типа. Ну, пару тычек дала, что ж их пару тычек ему. Капец. 6х прицел подвел меня. Вау, тут видишь, я забыл, что я не в штурме. Сорян, пацаны. Сорян, сорян, сорян. Хочу чекнуть еще босса. Ну, приятно в начале каточки золото уже добыть. Первый килл. Буду золото. Найс. Да, босс. Рякнут. У нас здесь был развал неплохой в начале. Но не было прицела. Кстати, а таланты я, по-моему, поменял. Таланты я, по-моему, поменял. Так, дверьби. Ну, дверьби на самом деле я не очень сильно люблю.
О, смотрите, кто на крыше прыгает. Сейчас начнут. А, не убивай, не убивай. Босс крякнут? Да, босс крякнут. Подгоню ему. Сейчас он меня этими патронами и закроет в спину. Ну, хоть что-то. Если я уже и шел на выход, конечно, я кинул бы ему гораздо больше. Но... А так есть как есть. Главное, чтобы он меня теперь не подзакрыл в спину. О, тут побоище было. Ё-моё. Вектор. Вот этот штурмовичок сейчас не нашел какую-то МКшку. Хотя, скорее всего, что так и будет. Всегда говорил себе на видос, когда снимаешь, штурмовикам мы не помогаем. Ну как тут ему не помочь? Так, черное письмо имеется у нас? Я понял. Походу, эта сторона подлутана подчистую. Ага. А спавн, блин, фигня был. О, тут не залутано. Типов на радке должна быть еще целая толпа. Устанемся, поменяем графу. Погнали. А ну, черное письмецо. Понял. Сверху, я думаю, даже не имеет смысла вот эту письмоку открывать, но чисто, чтобы успокоиться. Вау, псина, не смотри на меня так. Вот это был хороший кейс в одном из видосов. Неплохой. О, туда нам надо. На файты. И опять паркур. Это ж на первом этаже было? Ага, вижу, где он. Да ну ладно, не взорвала ни одна хаешка его. Сейчас еще закроет меня, вот это будет мега обидно. И шо, было мега обидно. Кобра, ух, да шо ж сегодня за день... Пушки, кобры, стальные фронты. О, тут еще и половина радки у него, скорее всего. Ты шо, спасибо. Но, был бы признателен тебе, если бы ты сгорел изначально. Либо же от хаешки нокнулся. Пацаны, и вот сейчас мы пойдем открывать дверь Би. А тот штурмич, которому мы скинули рюкзачок и патроны, нас и прикроет. Так, письмо закинуть надо. У нас на боссе еще тип. Ну, выбросить я ж... А, куплю. Так. А тут что? Ямак. Молик. Ого, тут радки. Слушай. 8 аптек. Пусты. Хаешка пускай будет. Собираем урожай. Вот это уже штурм, походу, зашел. Давай тогда еще две аптеки скинем. А что, нам все равно... А, так это еще и золотой рюкзак у меня. На секундочку. Нам все равно придется... Черную дверь, когда открывать. Кидывать что-то. Так, молик я бы хотел бы взять. Я затарен, а подскажите, где у нас выход?
Ого, выход у нас далековато. Бежим. А, дверь Би уже открыли! Йоу, когда я провтыкал? Пацаны, давно? Ёлы-палы. Да все, это катка уже. Я расстроен. Где это файт? Вернее, сверху, снизу. А, тут еще тип. Вот это граник. Почему по мне? Там еще тип у босса, по-моему, топал. Что такое? По-моему, у босса был еще типчик. Аптечка левитирует. Так, бустаемся, скинем, давай еще патронов. Не, давай вот так, и один перезарядка, и по идее нам должно хватить того типа еще что-то подлутать. Так, да? Давай еще буст. Кинем одну аптеку. Все. И бусты скидываем. Смоков нет. Опачки, и смоков нет. О, я же говорю, на боссе тип. Тихо, тихо, тихо. Планшет. А, это штурм. Иди сюда. Алло, 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 алло. О, так это я тебе в начале рюкзака дал, слышишь? Алло. Алло, алло. Турмич. Алло, алло, алло. Бежит на нычку Джесси Пинкмана для того, чтобы скинуть радиацию. Да мне не жалко, пацаны. Ну, действительно не жалко. А что, ему все скинул или можно еще что-то? В кейфе. Ну, это пускай лежит. А все, валим тогда на выход. Я считаю, я поступил правильно. Это ж надо такая удача ему. Два раза встретить в катке одного и того же типа в штурме. И тип вместо того, чтобы развалить, скинул ему первый раз лут и потом еще второй раз. Но я просто обещал, я же сказал вам, что если бы я бежал на выход, я бы ему скинул все. Хотя можно было бы скинуть ему и броньку с пластиной, но пускай. И золото можно было бы, но... Это видос не о том. Тогда бы я назвал видос «Подогнал штурму золото», а так у нас видео называется «Умер, открыл золотое оружие». Хоть что-то заберем. Все, ребят, тогда встречаемся на выходе. Еще штурм. Еще давай этого подогреем. Алло, алло, алло. Алло, алло. Так. Так. А и все. Все, братик, больше ничем не подогрею, потому что ты ж меня в спину заберешь потом, если я буду убегать без брони. Капец. Но я думаю, что тот штурмовик, который на ратке, он его закроет. Ладно, ребят, пока бегу на выход, давайте штурмовичкам, штурмовичков, вернее, подогрел и вас подогрею. Смотрите, на розыгрыш пойдет только пластину. Я еще докину, естественно, на броньку обязательно докину пластину, не думайте, что... Будет без пластины. Сейчас графику поменяю. У нас на розыгрыш пойдет весь сет, в котором я нахожусь. Не просто золотая М416, а рюкзак, бронька. И вместо граника, вот вместо этой М416, я закину сюда еще какую-то золотую пушку на свое усмотрение. Ну, поверьте мне, я не обижу. Я закину какую-то топовую пушечку. Для участия в розыгрыше все, что нужно сделать, это в комментах написать словосочетание...
А какое сетло? Хочу золотое оружие. Хочу золотой сет. Вот так. Хочу золотой сет. Пишите, и вы участвуете в розыгрыше. В комменте укажи свою айдишку. И укажи айдишку в информации о своем канале. Потому что YouTube не всегда пропускает комменты с цифрами. Поэтому сделай так. Подпишись на мой канал. Подпишись на телеграм-канал. Ну и по возможности, ребятки, подписывайтесь обязательно на Twitch. Вот сейчас вы видите на экране. Вы, в принципе, можете сделать скриншот и скопировать ссылку на Twitch. Либо же ссылочка на Twitch будет в описании канала. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока, ребят.